Ой, нашла все-таки, смотрите, изможденного-то. Трое детей ведь как изнемогают-то, правильно. И клад еще искать надо, и за детьми придет. А еще как, а еще она кого-то там зацепила. Ну и тащи сюда кладоискателя, тащи. А смотрите, у нас грязненькие есть, тощенькие есть, изможденные есть. А это какой? Обросший был, помнишь? В каком месте там он тебя оброс? Ну что, вставайте вот здесь. Сейчас мы с вами будем клад искать. А точнее, сейчас кегли вам вот так по кругу поставим. Вы под музыку вокруг не бегаете. Кто кегли не схватил, тот и уйдет без клада домой. Маленько отодвиньтесь, раздвиньтесь. Сейчас мы вот так кегли поставим. Вы вокруг них бегаете. И как только музыка остановится, нужно схватить кеглю. Тут и будет у нас самым главным кладоискателем. Золотая баба может присесть рядом с чудиками. Итак, готовы? Давайте, побежали! Музыка-то играет, вы куда полетели-то играет, поставьте на место. Какие жадные кладоискатели попались. Так играет музыка-то все еще. Играет. Вы не слышите, музыка играет? Так и хотят клад-то свой схватить. А вон еще одна. Ой, спасибо, стройненький, но ты без клада, но с подарочком от нас. Поаплодируйте ему. Смотрите, как старался. Два раза ведь схватил, но вот на третий раз не повезло. Одну убираем. Что думаете, вас трое, их три будет? Нет, какие хитренькие. Сейчас трое вокруг двух бегаете. Кто схватит, давайте, а мы их поддержим. Бегаем, а не ходим. Вы посмотрите, какая битва идет у нас тут за кегли детские. Ну, спасибо тебе, подарочек получи. Но он и изнемог, из-за этого и не смог. Изнеможденный ведь был у нас. Ну, одна осталась, давайте. А у нас что за чемпионат по футболу-то продолжается? Закончился уже? Ты ногу-то отпусти, это не клад. Подожди, куда пошел-то? Ты чего так рано убегаешь? Вы знаете, здешние края вообще благодатное место для кладоискателей всех мастей. Но местные, даже если находят какие-то артефакты, не трогают их. Если взять, можно гнев предков на себя назвать. Поэтому повезло, кто ничего не взял, это вы.